Цуринко завершила борьбу на US Open. Лися Цуринко проиграла Наоми Осаке. Вторая ракетка Украины Лися Цуринко уступила в четвертьфинале открытого чемпионата США 19-кратные строчки мирового рейтинга Наоми Осаке. Судя по всему, украинка не успела восстановиться после прошлого матча, который выиграла с травмой и уступила японке в двух сетах 1-6, 1-6. Отметим, что этот четвертьфинал – первый для Цуринко на турнирах большого шлема. US Open. 1-4 финала. Лися Цуринко, Украина, Наоми Осака, Япония, 1-6, 1-6. Ранее сообщалось, что Цуринко заявлена на Кубке Кремля в Москве. Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram. По материалам сайта newsgro.com.